Ребята, всем привет! Ну что, у нас очередное копчение. Будем делать горячего копчения рыбку. Вот, то есть, как обычно, достали, разморозили. Сейчас будем потрошить, солить. Ну, покажем все, как у нас есть. На улице у нас жара. Вишня цветет. Там у нас сирень зацвела, яблоня дичка цветет, черемуха отцвела уже, ерга скоро зацветет, в воздухе ароматы, вкусно пахнет. Вот. Ну что, в общем, не будем отвлекаться, будем готовить рыбку. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь. Вот такая рыба. Так, ну вот что мы засолили в тузлуке и оставляем на сутки. Так, ну что, у нас продолжение копчения горячего. Так, что мы дальше делаем? Достали мы рыбу. Сутки она у нас пролежала в рассоле. Сейчас нам нужно всю рыбу как бы увязать вот таким способом, потому что просто вешать на крючки, рыба может упасть. Вот. То, что рыба не маленькая, как бы, но крупная. Такие окуни. Тяжелые. Лещи большие. Вот поэтому будем делать вот такую увязку. В общем, увязываем. Дальше покажем. Так, ну что, немного удовольствия. Некоторое время от завязок от таких. То есть завязали всю рыбку, повешали. Сейчас она посохнет немножко, лишняя жидкость текет. И все, можно будет вешать в коптилочку. Так, ну вот, загрузили мы рыбку в коптилочку. Включили печечку. Сейчас получается примерно часик, наверное, будет нагреваться печка. Сейчас 21 градус. Вот. Будем нагревать. Сначала нагреется градусов до 50. Потом запустим дымогенератор. Все, готовим. Так, ну что, у нас копчение подходит к концу почти. На градуснике у нас 78, ну было 80, сейчас дверцу открывал, 2 градуса вылетело. Вот, ну, скоро будем заканчивать. Так, ну что, вот у нас финиш. Вот такая рыбка у нас. Ух, горячая. Ох, как клево, а? Угу. Попробовать. Что у нас? Что, ребята, всем привет. Заключительный день. Пришли гости на пробу. Сейчас будем доставать рыбу. Давай, пойдем. Давай, буду. Волшебный шкафчик. Так, оденем перчаточки, чтоб лишнего потом не было. Я вот только против солнца снимаю, нифига не вижу. Ну, так я тогда в ящичке не увижу, что там. Так, окуняки висят. Лещики. Больные, что ли, были? Чего у них слюни? Сопли из носа. Простыли? Простыли, ну. В холодильнике же были. Так, что у нас? О, симпатичные. Такая красота. На паузу поставь. Что?
будем пробовать. Оказывается, готовый весь. Такой косточки отстают хорошо, значит пропекся. Чешуя отстает. Что могу сказать? Рецепт удался. Соль немножко присутствует. А так все отлично. Подписываемся, ставим лайки, дизлайки. Всем удачи, всем пока.